Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня 7 июля. Прошел еще один год, как я участвую в проекте «Всем миром». В прошлом году, когда прошло 3 года, я находилась в Мурманске и снимала на фоне Кольского залива. Вчера было ровно 3 года, как я принимаю участие в проекте «Всем миром». Что же я получила за эти 3 года? Как изменилась моя жизнь? Сегодня я нахожусь у Волги, в городе Ульяновске. 4 года я в проекте. Проекту будет 11 ноября, 6 лет. Путешествую как минимум 3 раза в год. Покупаю недвижимость. С финансами у меня не поют романсы, как некоторые говорят. Зову всех, присоединяйтесь. Никто же не верит. Все же думают, что мы 6 лет обманываем людей. Ходят на наемную работу, а потом говорят, что нет денег, чем детей кормить, во что одевать, куда ездить в отпуск, когда денег нет. Хватит ныть, хватит быть диванным между нами, хватит ждать. Берите и действуйте. Кто захочет к нам присоединиться в лидерскую команду, ссылочка будет на проект All World под этим видео. Занимайтесь благотворительностью, оказывайте помощь и получаете денежные переводы от людей со всего мира.